Для меня большая честь находиться в Азербайджане. Я поражен культурным богатством страны и людей. Особенно меня впечатлили музыка, народные танцы и фольклор. За время своего пребывания я заметил, что государство делает все возможное, чтобы сохранить и развивать культуру. Мне посчастливилось увидеть не только столицу Азербайджана, Баку, но и его регионы. Я мог наблюдать красоту вашей страны по всей полноте. Совершенно удивительным для меня стал один из ваших проектов «Школы побратимы». Я считаю, что очень важно объединять представителей разных культур, а братские школы в полной мере демонстрируют процесс интеграции.